Народ, смотрите, к нам в гости пришли ребята. Что не в гости, а кондёр почистить. Давно заказывали. Вот. Интересно, как они с этим справятся. Потому что в Эмиратах нет такого, так типа, что почистить. Ну, как там это просто есть. Помыть. Есть, они есть, просто есть моют. Есть два вида. Стряхнуть пыль и глубокая чистка. То, что у нас обычно чистят, это называется здесь глубокая чистка. Да, а так у них бывает решеточки вынимают, помыли. Тряпкой помахали. Все поставили назад. Так что да. Сейчас интересно будет, что они будут делать такое. Ну, это реально редкость, так нормально почистить здесь в Эмиратах. Посмотрим. Ну, реально парни пластик разбирают. Будут к трубе подключать, это прикольно. Один пошел туда, а второй сейчас прицепит пластик, бы у нас там Wi-Fi внизу. Если зальет, будет не кайфово. Так интересно, как они подсоединят. Ну, мы как-то видео видели. Через друзей нашли людей, которые реально могут почистить, потому что вообще, я же говорю, это редкость в Эмиратах. Только моют. То, что ребятам рассказали, что вытаскивают решетки, моют, они поулыбались. Ну, может, тоже так иногда делают. Ну, интересно, сейчас укутают наш кондерчик пластик. Как оборачивают, интересно. Так, оп, открывают целлофанчиком. Вот такие штуки принесли. И ребята вон босонож всегда обувь оставляют там, когда приходят. Вот еще по целлофанчику этот вот мешочек открывают. И в мешочек будет, наверное, все говно это падать. Пошли водичку набирать. Вот. Посмотрим сейчас, как это будет. Не знаю, народ, пишите. Интересно, неинтересно вам такое. Смотрите, какую прям ерундень подключили, прям как противогаз, не знаю, даже интересно. Но мы такое видели на этих, ну, на всяких видео, там так интересно. Вот это такое привидение, значит, это его поводочек такой. Прицепили такой, ух, я малышка-привидение. Дай бог, я надеюсь, сейчас там прицепили все, надеюсь, сейчас не зальют наш Wi-Fi. Да, так что, ну, посмотрим, как оно будет. Чем уже водичку заливают. Прям все приготовили. Прям такая, такая прям, слушайте, волшебный какой-то бульбулятор такой. Кто бульбулятор? Типа сейчас курня выспится. А это можно такое говорить? Не знаю, такое оп. О, работа пошла, ну. Ой, а начинай, если оно там сейчас не делится. Надо убрать котиком. Зонтик надо убрать, да, точно. Там у нас же котики. Почему-то уже пошел посмотреть. Уже он убрал, конечно. Не знаю. Так, что там? Ну вот кондёр вблизи. Чем мы там дышим? Ё-моё. То есть вы поняли, что когда приезжают здесь, они просто решетки моют, они это не вычищают. Капец какой-то. Ну да, потом Наташа чувствовала, что запах как грибов здесь. Капец просто. Надеюсь, сейчас все вычистят. Парень просто все повымывал там, закидывал, ну, заливал туда 0,5 воды, оно как бы плавало. Ого, ну давайте посмотрим, что это. Прям извините, интрига бешеная, это и душу вам показали. Черный. Вообще.
тебе. Пойдем. Сейчас уже все сняли, все говнишко завернули в пакетик. Прям вообще класс. Уже сколько мусора. Ну, что-то полетело, но не важно. Сейчас я решеточки будем ставить. Наташа собственноручно помыла это вот закрытие, вот это закрытие, крышечку, которая закрывает. Сейчас принесет и будем залеплять. Он на нашей кухне стоит. То есть все это было вымыто в ванной, под душем. Все, сейчас будем вкладывать. Все, торжественный момент. Одеваем эту финтифлюшку на кондер. И кондер, надеюсь, снова в порядке. Не пахнет, все классно, все работает. Ну, посмотрим, посмотрим. Пишите в комментах, если у вас такие кондеры. Чистили ли вы, как вообще чистите? Ну, действительно, будет интересно. Последний штрих, промытые решеточки. Вот обычно вот их только вынимают. Помыли, все тебе вставили. Не, и не, все. В середине типа тряпкой потерли, я не знаю как. Да. А еще, когда мы как-то пожаловались на плохой запах, нам просто тупо в кондер нашими же духами побрызгали. Не, он сказал, давай я побрызгаю это. Это вообще просто долбанулся. Увидел духи, что у меня много. Давайте да, увидел Наташин духи, говорит, давайте я побрызгаю. Давайте побрызгаю. Ну, да. Вот это вот. А что же он за врач, это сетки куда? Не знаю, закрыл уже, я не знаю, интересно. А, не, он сейчас поднимет эту штуку и засунет. Ну, ладно, мокрый это, давай не быстрее, спокойно. Я их посушу. Ну, мокрый, нафига ты мокрый с тобой? Ну, не знаю, ну, такое. Да. С такой надеждой смотрит, когда мы уже закончим всю эту хреновитию. В смысле? И вот куда вкладываются эти решеточки. Раз, два. Все помыто, свеженько. И интересно. Интрига бешеная. Как оно будет работать. Ну вот, кондер жужжит и работает, а мы сейчас пойдем. Нет, не, я не знаю, сможешь ли ты снять или нет. Он что-то там делает. После этого урода, Парис. Посмотри, как он посмотрит. Вот что-то еще делают. Вот наш гараж. Мы тут котиков кормим. А вот бывает наш сосед. Дятел паркуется прямо возле наших ворот. Так, это зонтик для котиков. Да, он там стоял в углу. Котикам было удобно под кондером. Ну, сейчас мы там все вымоем, чтобы кислота их случайно как это не схватила. И все. Все будет нормально. И еда тоже, надеюсь, в порядке. Котики разбежались. Диванчик, где котики спят и играются с подушечкой. Диванчик уже не знаю сколько лет. Уже это котики его подрали, наверное, уже. Ну вот, такое у нас приключение с кондиционером. Долго этого ждали, наконец-то нашли мы. Нашли мы нормальных ребят. Надеюсь, что все будет нормально, что ненормально. И нашли через знакомых. Ну, все сделали. Так что с кондером.